знаю, что мне повезет. Эту фразу зрители телеканала «Самаргиз» повторяют и повторяют для того, чтобы им действительно повезло. И они здесь, в эфире, смогли узнать, что они выигрывают замечательные сертификаты, замечательные пригласительные, вкусные, полезные, приятные. Друзья, каждый будний день в это время в 20:55 на телеканале «Самаргиз» стартует наша удивительная забава, наше удивительное развлекательное шоу, где мы разыгрываем, ну, практически под пристальным вниманием нашего эксперта, члена жюри, замечательные подарки. Для этого нужно всего лишь выполнить несколько простых правил. Вступить в группу телеканала «Самаргиз», сделать репост этой записи себе на стену и оставить порядковый номер в комментариях. Собственно, у нас уже, как обычно, комментариев больше 100, хотя бочонков в нашем мешочке всего лишь 90, но, тем не менее, интерес к этой игре подогревается и подогревается. Сегодня феей, волшебницей, человеком, который будет вершить ваши судьбы, будет Инга Пенер. Инга, добрый вечер. Добрый вечер. Инга, вы ее регулярно видите на экранах телеканала «Самаргиз» и на улицах нашего города. Любительница шляпок, любительница кружева и прекрасных платьев. Сегодня строго, но очень, мне кажется, беспристрастно будет вытаскивать 3 бочонка. Инга, скажи, ты в азартные игры играешь ли вдруг, в лото, в карты или просто лотерейные билеты покупаешь? Нет, я совершенно не люблю азартные игры, я люблю жизнь. Мне кажется, это самая большая азартная игра, которая есть у нас. Ой, отлично сказала. Тем не менее, друзья, мы сегодня разыгрываем сертификат на 1000 рублей в кофейню и 2 пригласительных билета в кино. Стоит побороться, тем временем можно уже тасовать мешочек. Да, уже можно? Да, можно, можно. О, и посыпался. Ничего страшного. Это моя легкая рука. Ну, ничего себе, Инга, ну. Вот видишь, как... Ну, извините, так получилось. Это сама судьба, видимо. Ну, видимо, отсеяла тех, кто, может быть, не очень достоин, но тем не менее, друзья, судьба. Ну, или кому повезет в следующий раз. Кому повезет в следующий раз. Ну что, давай вытаскивайте номер 1, который у нас пойдет в кофейню, отправится с твоей легкой руки. Да-да-да-да. 88. Номер 88. Мы вас поздравляем. Вы отправляетесь в кофейню наедаться сладости, поднимать себе настроение гормоном радости, удовольствия. И 2 пригласительных у нас в кино. Вытаскиваем. Можно? Да, конечно. Все, внимание на Ингу. И это номер... 35. Номер 35. Один билет в кино. Отдали. И еще один номерочек предлагаю вытащить. Немножко прямо можно сейчас потянуть, да? Потянуть. Прям чуть-чуть. Самую малость. МХАТовскую паузу. Прям МХАТовскую такую, прям МХАТ. Один. Номер 1. Это очень, кстати, здорово. У нас Марианна Мирная вытаскивала номер 13, а ты вот еще номер 1. Мне кажется, удивительные числа. Все честно. Ну, друзья, всякое в жизни бывает, эфиры, все дела. Инга, тебе большое спасибо. Да не за что. Обращайтесь. Что подтверждаешь, что все у нас честно и беспристрастно. Я абсолютно, да, честна, беспристрастна. У меня нет никаких карманов. Я ничего никуда не положила. Это самое главное, друзья. Ну, а прямо сейчас заходите в нашу группу, группу телеканала «Самаргиз», и нас еще остались замечательные сертификаты в кофейню и всяческие приятности. Дерзайте, ищите, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Я знаю, что вам повезет. До встречи.